Сегодня в России отмечают столетие Великой Октябрьской революции. На кафедре политологии ДВФУ эту важнейшую дату в политической истории страны рассмотрели через призму другого события 1917 года – выборов в учредительное собрание. Подробности Владимира Клюшникова. Выборы в учредительное собрание в ноябре 17-го – это первая демократическая избирательная кампания в России. Для студентов-политологов это как начало времен. Историю выборов в нашей стране начинают изучать именно с тех событий. Надеюсь, что ребята в своих работах, они все-таки выйдут через призму вот этих 100 лет на сегодняшнее время. Все это позволяет нашей молодежи осознавать преемственность поколений. То есть вот все, что с нами происходило за эти 100 лет, это ведь происходило с нами, а не с каким-то другим государством. И мы должны эти уроки истории очень хорошо понимать и осознавать, что нас ждет дальше. Открытая дискуссия «Главные выборы страны. Взгляд сквозь столетия» – это не только выступление преподавателей и приглашенных экспертов. Студенты тоже проделали серьезную исследовательскую работу и подготовили тематические доклады. Мой доклад посвящен таким аспектам выборов в учредительное собрание, как агитация и первые электоральные нарушения. Одна из работ – социологическое исследование студента Дмитрия Полозова. Он задал респондентам вопрос о выборах главы государства 2018. Проголосуете ли вы за женщину-президента? Около 85% скорее бы не проголосовали, ввиду того, что в нашем российском обществе все еще сильны патриархальные черты. Выборы в учредительное собрание стали прообразом нынешних выборов в России. Именно тогда в стране появились первые бюллетени, первые счетные комиссии и первые избирательные участки. Но главное, именно в ноябре 17-го родилась избирательная культура России, которая с годами развивалась и в целом сохранилась до наших дней. Владимир Клюшников, Игорь Лещук, «Панорама».